Вот что это за сквер. 1842 года немецко-фашистская авиация подвергла Архангельск бомбардировке. За верную победу дружники тыла на месте пожарища заложили этот сквер в 1943 году. Вот этот сквер, скорее всего. Сквер Победы. Можете нажать на паузу и прочитать. Какой интересный памятник. Женщина с иконой Казанской Божьей Матери и с двумя детьми, жителям военного Архангельска 41-45. Очень здорово. Еще немного истории. Еще немного истории. Если кто вам интересно, можете нажать паузу и прочитать. Трудовой подвиг Архангельска. Годы войны. Город Слава. И еще немного истории. Город госпиталей. Фотографии древние, старые. Дорогие фотографии 42-го года. $25 000 крови дали. 25 тонн. Тонн. Знаешь, какой?